Добрый день, дорогие друзья! Канал Дядя Слава, я Славка, а это Радмир. Решил вернуться в эту игрушечку, давно в нее не играл. А почему бы, собственно, и нет? Почему бы не попробовать поиграть? Тут нам сразу дают данные аккаунта ввести. Я уже приготовил данные аккаунта. Славка. Славка. Бом. Бомжов. Бомжов же, да? Бомжов. Яндекс.ру. Может писать мне письма, кстати, туда. Почему бы и нет? Придумаем пароль. Постоянно пытаюсь нажать тап. Постоянно. Я принимаю, да. Так, кем я буду? Давай самого такого высокого, ой, высокого. Самого странного такого. Короче, будет это что-то наподобие. Не будет такого, чтобы я вот путь бомжа, там, миллионера себе поставлю. Там буду стремиться заработать быстро деньги. Нет. У нас будет реалити-шоу. Ой, реалити, жизнь за кадром. Вот как вы смотрели Дом 2, как там живут люди. А это будет жизнь Славки, как она есть, вот. Приехал я в город на заработки к своему брату, брата не нашел, друзей нету. И я такой, бля, надо зарабатывать деньги, давай. Поэтому будем одеты, ну, не так, как просто по вот за хасл работаю за, что там, за водку. Не-не-не, мы приехали как бы, давай, Славка старый уже стал, давай он будет... Да, на обед. Нет, мы же не приехали сразу бомжом каким-то. Мы просто приехали в город на заработки, да. О, новые бомжи здесь. Сейчас выберем себя. Вот, да, на меня прям похож. Вот. Прям копит такой, безглазый такой ходит. А чё нет-то? Вот, да, вот это я буду. Приехал зарабатывать бабки. Них пригласившего. Нет у меня пригласивших. Завершить регистрацию. Короче, история моя такова. Славка в каком-то этаком городе. И решил приехать в этот, как его, в Арзамас, на заработки. Сказали, здесь много платят, много больших зарплат. И вот я приехал, а нихуя и не знаю. Это как, знаете, это как из села, из какого-то, приезжает в Москву зарабатывать бабки. А тут... Без связи никуда. Вот так же и я, короче, приехал. Вот я уж появился такой. О, вокзал. Будем ходить, как реальные люди. Давай приебемся к первому попавшему. Здорово, брат! Ты тоже на заработки приехал, да? Как тебя звать-то, парень? Что-то не хотят нам отвечать. Он только ходил, что, боится, что ли? И у меня 500 бачей, да? О! Нас подзывает, завывало какой-то подзывает. Я такой, чё? Он говорит, Дмитрий Белучий такой говорит. А ну подойди сюда. Я такой, чё надо? И он говорит мне, здорово! Короче, тут если ты жрать, ну, короче, не это, жрать хочешь? То у нас есть бесплатная пища для бомжей. Я такой, да, давай. Он мне говорит, выйди, говорит, с вокзала и пожри бесплатно. И дал мне, короче, за это 500 бачей. Вот, еда. Мы взяли, это доширак. Кушаем. Вот, первые бабки наши. Данилка, стой! Ну ладно. Съебался, Данилка. Давай. Мы как будто ничего не знаем. Не будем заданиями пользоваться. Мы как будто вот пришли. У нас тыщенка. Мы такие, опа. О, Акия Накамура. Или как? Махачкала Рейсинг. Здорово, брат. Здорово.
Что-то они что, все спят, что ли, ночью, не понял. Вот мы приехали на вокзал. Такие, а что делать-то, ебать, такие? Где бабки зарабатывать? Нам нужно где-то жить. О, бомж сидит. Диман, здорово! Как жизнь твоя молодая, Диман? Что такое? Чё, ничего, просто поздоровался с тобой. Расскажи, что да как здесь. Неразговорчивые в Арзамасе, люди вообще не хотят. Во, бегает, бегает. Здрасте. О, слышь, брат, кто только зашел? Да, я только зашел. Только приехал в Арзамас. Даже не знаю, что тут делать надо. Короче, стой, можешь мне помочь? Иди сюда. Давай, помогу, давай. Возьми, короче, вот еду вот эту вот и ага. Брось на пол. Просто, чтобы не покупал ее. Как бросить? А пут бросить? Там Alt-Alt, да, нажми, там можно выбросить. Души сможешь еще? Конечно. Артема кормим едой бесплатной. Кушай на здоровье, кушай. Не подавись, главное. Лукашенко, президент мира. Смотри, не лопни. Короче, ты мне скажи, как вот здесь... Это... Чё? Короче, вот эту вот команду видели, только слышь. Какие добрые потом люди. Потом бомбись, напиши Радмир. И ты получишь плюс 50 тысяч. Это такая помощь, да, государство мне дается 50 тысяч? Ну да. А как деньги заработать? Я хочу поработать. Он может арендовать скутер, подходишь, он к значку. Ага. Арендовываешь скутер, потом нажимаешь на М, английскую. Ага, ага. И выбираешь по работе. И едешь там по работе. Там, по-моему, тебе можно шахта, лесопилка, еще что-то. Езжай лучше в шахту, потом второй уровень у тебя будет. Езжай потом на ферму. Угу. И поэтому так можешь подниматься. И там много платят бабок, да? Ну, да. Я просто в Арзамас только приехал, и мне надо зарабатывать бабки, жить негде. Ну, тебе сразу не спавнить на вокзалах. Потом бабки появятся, только тогда сможешь купить квартиру. Понял, понял. А ты какой же уровень здесь в этой игре? 7-й. А, ну тоже, в принципе, не так давно играешь, да? Да я не часто в нее захожу. Понял, ну спасибо, спасибо за помощь. Сейчас скутер арендую и поеду на шахту. А где шахта-то хоть находится? Ну ты на М нажми на английскую, и там будет по работе. GPS, и там будет по работе. Выбираешь по работе, и там будет шахта. Он у тебя отметится на карте. У тебя слева карта. А, ну все, понял, понял, спасибо, спасибо. Я тебе вон команду сейчас скидывал, и запиши ее, чтобы ты хотя бы деньги получил. Ну, вот это по коде я уже получил, я вел, да. А, все, тогда. Спасибо, давай, спасибо, удачи тебе тоже. Добрый человек попался, понятно? Он мне сказал, вот тебе от государства 50 тысяч будет. Я такой, ништяк. 50 тысяч халявных, да, государство заплатит мне? Если я 7 часов проведу в городе, они мне дадут 50 тысяч. Молодцы. Это мои первые бабки будут. А теперь он сказал, арендуй скутер и езжай, работай на шахту. Говорит, или можно на лесопилку? Ну, поехали. Так, мы нажрались. Пойдем Артема попросим, чтобы деньги не тратили. Тёмка, здорово! Артёмчик, не спать. Время ещё детское, не спать. Бать, тут все глухие какие-то, один только адекватный попался. Артёмчик! Да, что? А на шахту меня подвезёшь? Бабло есть? Да нет бабла, я только приехал в Арзамас.
да, извини, просто... А ты только за бабло, да, подвозишь? Да, вы, я на... По доброте душевной, да, никак, да, совсем прям. Брат, ну, извини. Ну, понял, ладно, удачи. О! На аренду скутера и поеду. Спасибо тебе большое. Ты богатый, да? Ну, можно сказать, да. Красавчик, повезло тебе. Надо ники, запоминайте мне ники, вы мне потом будете писать, я их потом найду, я их отблагодарю за это все, если они еще в игре будут. О, панда, здорово. Нет бы подвести меня до шахты, предложить. Я, конечно, ни на что не намекаю, но может быть. По доброте душевной. Что-то он пишет. Спасибо. Это, то есть мне самому до скутера арендовать доехать. Ладно. Ну, нет, спасибо, реально спасибо. Спасибо. Понятно, поехали. Как ездить-то я не умею. О. Не за что. Так, я знаю, где шахта находится. Давай, не будем учить. Я, конечно, понимаю, что там надо на М нажать. Карта. Вот тут выбрать. По работе. Шахта. Маршрут. И вон она у меня в уголке, вон там зелененьким будет отображаться. Я надеюсь, он слышал, что я ему посигналил? Пам-парам-пам-пам, мы едем. Арендовали скутер, на работу едем. О, красный, соблюдаем правила. Если мы поворачиваем, то надо с левого края поворачивать. С левой вот этой дорожки. Но мы едем прямо, потому что шахта, по-моему, не здесь. Это все вранье. На нахуй! Нихуя себе вот это он пролетел на красный свет. Вот так вот у нас в России аварии происходят. Да, люди нихуя не соблюдают, потому что правила. А потом въебываются. Твари, блядь. Не видел. О, смотри, даже тут уже въебались. Чаечки приготовили, кофеечки? У меня тут есть. Правда, не чаечек, водичка обычная, ну ладно. А, зеленый, поехали. Смотрим по сторонам. Долбоебов нету? Нету, едем. Сейчас бы музычку, да, включить здесь какой-нибудь. У меня есть музычка, но я ее не могу сейчас свернуть игру. Вот я попал, такой медаль, я арендую скутер, как заработать. И доедет, мне дали деньги на скутер. Я красавчик теперь. И мы едем на работу. Деньги надо зарабатывать, как же без этого? Чё подвисает? Чё... Блядь! Ебать ты рулишь, конечно, ну ты молодец. Где мой скутер, ебать? На нахуй! Я, блядь, только... Ты чё, блядь, творишь, блядь? Чё проехался на мне? Ебать, люди, тут вообще ужасы. Человек приехал в город, в Арзамас, познавать город, работать. Они его нахуй сразу прям... Если дороги правила не соблюдают, что дальше вообще будет? Это пиздец. Это что за хуйня? А, это камера. Вообще, да, я на скутере еду, надо ехать по правому краю, вот поэтому. Потому что я... Не должен мешать. Да смотри, они вам врезаются, ебать, на каждом шагу.
Это чё, блядь, за хуйня такая? Здравствуйте. А почему здесь люди нарушают правила дорожного движения? Пока я ехал на работу, меня уже 5 раз сбила машина. То... Здравия желаю. Здравия, здравия. Давайте вы встанете на плачину, и мы с вами обсудим. Давайте. Смотрите. Вот вы возмущаетесь, что люди нарушают. Да. Вы сами же нарушили КОАП. Вы нарушили КОАП 12.1, а именно езда без пристегнутого ремня безопасности или шлема. О, привет, Полинка. Как ты дела? Да, вот, смотрите, я без шлема вы жалуетесь на людей, что они нарушают, но сами же нарушаете. Ой, дурак я, старый. Смотрите, еще вы нарушили КОАП 7.3, а именно езда без фар. Угу. Полин, так что у вас уже 2 нарушения. Полин, вы очень грамотный полицейский, я вам серьезно говорю. Я только приехал в Арзамас и уже вот прям первого грамотного полицейского увидел. Ну вот. Нинка, поехали ко мне, поебемся. Ты дурак, что ли? Засуньте язык. Пацаны, ну валите, ну че вы отвлекаете ее? Нет, она мне объяснила правила дорожного движения, все правильно. Иди нахуй отсюда, бомб. Вот смотри, адекватней, адекватней. Не надо. Полинка, я тебе помогаю. Тим, иди гуляй. Ладно, я туда поехал. Показывает, куда мне идти, блядь. Давайте, Вась, садись в скутер и проваливай. А то Вась, вы ты кто такой уже мне, получить блядь? Штраф. Вася, а тебя волнует это? Спасибо, Вась, спасибо, постарайся не нарушать. Иди, если зарабатывай бы денег. Я тебе не мешаю, ты мне мешаешь. Добра, я тебе ничего не мешаю. Мешаешь. Я понял, извините, больше не повторится. Где твоя, блядь? В пизде только у себя. Счастливой дороги вам. Спасибо. Какой злой. Слышишь, Полин, давай, заканчивай работать. Ну-ка, шлем, это. Поехали, покатимся. Включайте свет. Да, поехали, поебемся. Ничего сделаем. Все. Тим, иди в жопу. Все, счастливой дороги, не нарушайте больше. Спасибо. Полин, давай, заканчивай работать, пошли покатаемся. И поебемся. Тим. Не, полицейский, вот прям Полинка, прям муа. О, видел? Видел, он выехал вообще на встречку. А вот пацаны, да, пацаны неадекватные. Если они, конечно, меня увидят здесь на записи, это я к вам обращаюсь. Вы почему такие неадекватные, блядь? Вы видели, я приехал, остановился, пожаловался полицейскому на неадекватных людей на дорогах. Полинка мне указала на мои ошибки. А эти приехали, стали домогаться до нее. Был бы я, конечно, посильнее, помужественнее. Я бы ее защитил бы, сказал бы, пацаны, отстаньте от нее. Я пока, блядь, только приехал в город, я тут еще даже распорядков не знаю. Кстати, пора перестраиваться, пора в левый ряд, потому что мы будем поворачивать. Кто-то... Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ты чё, блядь, творишь? Ну это прям... По-моему, он меня хочет задавить. Это прям очевидно. Он едет ему по хую. Вот прям по хую. Кстати, деревня Армейская, если кто не знал. Рассадник гопоты, школоты. Там же дома здесь такие, подешевые, дорогие дома, школьники не покупают. Ну, школьниками я, походу, называю всех неадекватных. Потому что есть 14-летние, 13-летние, грамотные намного люди, с ними приятно общаться. Из круга моих знакомых, кстати, есть такие. И первый такой, я передаю привет Саньку. Он знает какому. Блять, уже стреляют.
Велосипеды летают. Ёб твою мать. Чё творится, а? Приехал в Арзамас поработать, называется. На заработки. Ой. Ну, город такой, так себе. Вот часто видно город, конечно, горы, засратый завод какой-то, и мне тут работать. Ну, пойдем, пойдем, поработаем. Я, конечно, буду брать задание себе, чтобы больше денег заработать. Вот так, Джей, задание, с чего-то надо начинать. И чё? Ну вот, шахта, начать задание. Как свернуть-то? Во! Заработать 2000 рублей. Ну, пошли. Здрасте. Здорово, ребятки. Пойдем, пойдем работать. Идем, идем. Деньги нужны, квартиру оплачивать, еще бутылки. Ладно. Я ту херню несу какую-то. Ты смотри, сколько народу работает, а? На дворе уж 22:56, они работают. Эх, я бы с Полинкой бы дальше пообщался бы. Жалко, что там подлетели эти пацанчики. Отвлекли ее. Она бы мне, может, еще что-нибудь рассказала бы. Помогла бы, так сказать. Давай, копать, долбить. О, а это кто такая? Мерлин Говард. Давай, давай, мне 2000 надо заработать на шахте. Ну. Жалко, здесь звука нет. Вот не хватает здесь. Или какой-нибудь Satisfaction. Или Рамштайн. Не хватает музончика здесь прям. 18 килограмм, это сколько бабла? Ну явно не 2000. О, две девушки. Копаем, копаем усерднее, ребят. Копаем, долбим. Ищем металл. Жалко, никто не разговаривает. Прям обидно. Нет бы, поговорили бы со мной. Молчат засранцы. А это какой сервер-то? А, 6-й. Нормально. Я на 6-й хотел. Чё-то какие-то подлагивания идут. Я не пойму, почему. Вроде игра такая нетребовательная, видимо, не оптимизирована еще. Сделана же любителями, можно сказать. 42 килограмма. Сколько мне килограмм-то нужно, чтобы 2000 заработать? Погнали, погнали, деньги зарабатывать. Жить негде, друзей нету, приехал незнакомый город. Единственный человек мне под, блядь, сломал тележку. Ты серьезно, что ли, инвалид ебаный? Единственный человек на вокзале мне подсказал, как здесь можно заработать реально. Он сказал, бери скутер и езжай на шахту. А дальше... Кстати, какой у меня этот уровень-то первый? Бежим, бежим. У меня ни телефона нет. Ни хрена. Вот прям сошел с поезда и сразу побежал на шахту пахать, работать. Деньги просто нужны, хоть где-то пожить. 83 килограмма руды. Сколько это в деньгах? Почему сразу не пишут?
Они должны были написать, что сегодня руда по 3 килограмма за килограмм, например. Ой, по 3 рубля за килограмм. Хотя я не знаю здесь, какая валюта. Рубли или какие-то там стерлинги, футы, гривны, доллары, евро. Бежим, бежим, бежим. Вон по радио передают привет Диме Кулеру. Блять, сломал тележку. Ты серьезный инвалид, ёбан. Побежали. Дамиру бедолаги. Почему он бедолага, интересно? Хоть что-нибудь поговорили бы со мной. Молчат, сидят, копают. Может, у них там это, наушники в ушах, они музончик слушают такой. Я больше не буду бегать, я буду тихо идти, чтобы тележку не сломать. А то я здесь, знать, долго застряну. О, 37, 120 килограмм руды. Сколько руды мне надо, я что-то не знаю, забыл. Пацанчик, а почем руда сегодня нынче? За килограмм. Молчит говнюк. А может это эти гастарбайтеры приехали на заработки? Они разговаривать не умеют, наверное, на русском или каком-то языке. Они, а нацалника, я работать на шахта пришел. Кирка взять, долбить, долбить. Много заработал. О, переоделся. О, 48 накопал. Бежим, бежим. Эх, блядь, неаккуратно работает. Сейчас по мне киркой попадет. Шляп, шляп, шляп. Я уже ебался работать. Неинтересно, какая это работа. Долбишь, долбишь, ходишь, относишься. А, он потом искал, иди нафиг. Э, блядь, ты сломал тележку, осел. Потом мне сказал на ферму идти, да? А я там видел, автобусник ездил. Можно мне на права? Я люблю на автобусе кататься. Почему бы мне тоже не поездить на автобусе? Иди, говорит, на ферму работай. Надо спросить, где на автобус устраиваются. Мы же играем в реалити жизнь, как все по-настоящему. Блядь, ты куда уехал? А ну постой. Стои в очередь. Тележку сломал, пацанчик. Ждем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Че это она смотрит на меня? Ну я вот такой вот, я вряд ли ей понравлюсь. Сейчас немного денег заработаю, потом мы найдем ее. А то неплохо выглядит, миледи. А там какой-нибудь пацан, да? Давай разгружай там быстрее, я что, ждать долго буду? Мне еще, блядь, копать их, долбить, и я не знаю. Давай почитаем приветы. Тимохе Картохе привет, Владику Грибкову привет, Юре Ос привет. У вас все? Не! Валентес Боссу привет, мистеру Картошке, ты тоже передавал, Тимохе Картохе. Виталику фамилию забыл, извини. Надо бы чаёк попить.
Как чаек, вода обычно. Сегодня у меня вода. Блять, время идет, мне надо уже заканчивать стрим вообще как бы. По 30, по 40 минут запись должна идти. Вот, 200 килограмм. Пойдем посмотрим, сколько это. Вы добыли 200 кг. И мы узнаем сразу, сколько стоит 1 килограмм. Вон туалет. Я в туалет пока не хочу, вроде. Чпоньк. О, 200 килограмм это 1000, да? Нормально, значит, надо еще 200 килограмм выкопать. Но это мы быстренько. Ща. Вообще, насколько я помню, в каждом городе есть центр занятости, да? Вот у тебя в городе есть центр занятости? По-любому есть. Просто ты туда не ходил, не узнавал. Но он у тебя есть. В каждом городе государство и центр занятости. Здесь, может, тоже есть в Арзамасе? Давай сходим. Я узнаю, какие профессии там есть. И мы можем устроиться. Эти неразговорчивые. Я здесь не буду разговаривать с ними. Че это спасибо сказал? А давай мы им напишем тогда. Чтобы в голос не общаться. Где еще у нас можно подзаработать бабла? Надо потом будет пересмотреть стрим свой, вот эту запись, ролик. И посмотреть, как звали того паренька, который нам помог, объяснил. И, кстати, девушке-милиционеру, полицейскому. Надо объяснить, ну, тоже помочь денежкой. Когда разбогатеем, естественно. Скажем, вот, вы нам правила движения рассказали. Вы такая умница, молодец. Так, 21 килограмм выкопал, еще осталось 180. Копаем, копаем. Так. Давайте, ребята, понатужьтесь, я вот уже выкопал. Ты че? Че, на меня прыгнуть хотела? Нет, здесь звука явно не хватает. Нужен какой-то экшен. Не просто сидеть полчаса добывать эту руду сраную. 45 килограмм уже есть. Уже 1/4, уже все, уже готово. Давай. Ребят, давай напишем. Ребят, а где еще можно заработать норм бабки? Славка Бомжаров. Ферма. Там много платят. Угу. Не очень. Ну ладно, не будет. Что нам ответит? Много времени надо там. Понял. Нет, такая работа не для нас. Она тоже скучная на ферме. Сидишь, сажаешь, там что-нибудь опрыскиваешь, наверное. И без музыки, без ничего, да? Короче, были бы у меня здесь подписончики, подписчики мои, мы бы сейчас бы здесь устроили прям ту-ду-ду. Прям вот прям в шахту бы вы заработали бы. Вы бы своим узончиком сюда пришли бы, врубили бы, и мы прям в шахте бы такие копали бы и слушали музыку. Ну пока я один, у меня ни друзей здесь нету, никого, поэтому будем пытаться находить друзей, знакомиться, работать, подниматься.
Жилище, может, себе купим, а то спим на вокзалах, как бомж. Приехали вот с нуля. Кстати, некоторые у меня вот истории есть такие от знакомых знакомого, что тоже на вокзалах приезжали в Москву покорять, изначально на вокзалах проспали. Мылись в туалете вокзала, там же и зубы почистить, и все. Ну, а потом люди выбились, нашли работу, ну, не знаю. Типа сначала тяжело, а потом... Это как повезет. Может, кому-то кто-то работу не нашел так же. Блин, нам еще осталось 80 килограмм откопать. Это, в принципе, 2 по 40. Короче, я сказал, что на ферме не очень работать. Так что будем искать дальше работу. Нам должны... Пойдем в центр занятости. По-любому в каждом городе есть центр занятости. И что они нам скажут? Я жил 40 килограмм. Нет, 17 килограмм. 60 килограмм осталось. 60 килограмм. Это 2 по 30. Долбим камень. Долбим. Я так уже всю воду выпил. Ничего интересного не происходит. Сидим, камешки долбим тут с ребятами. Надеюсь, мопед-то мы не угнали. О, Дениска был Ховард. А была еще какая-то Алиса Ховард, да, по-моему? А вот Мерлин Ховард. Оп, ты 40 килограмм. Во, 20 килограмм. 21 килограмм осталось. И мы отсюда сваливаем. Потому что задание выполнили. Давай. Я надеюсь, мы сразу 20-30 найдем. Чтобы не 17, ничего, чтобы второй раз не идти копать. Давайте, все, ребят. Надо было сказать ему, чтобы он переоделся, а то запачкается. Мы-то вот в рабочей одежде, в робе. Жилет у нас специальный. Светоотражающий, походу. Ну, эти наработались, убежали. Все, 46 килограмм пошли. Ребятки, стойте, я иду с вами. Славка идет с вами, Славка Бомжев. Бежим. Ой, какая скучная шахта. Я тоже переоденусь. О, я выполнил, ништяк. Пойдем теперь в центр занятости съездим. О, мой мопедик, да? Да, ты смотри, как нас учили, одеваем шлем, /рем. Ну, можно и так. И поехали. И я, блядь, застрял. Едем в центр занятости изучать список профессий, какие мы можем. Рам-пам-пам. Смотри, они прям едут все в эту шахту. Прям все на шахте, то есть батрачат. Здравствуйте. А почему он сигналит на звоночек, блядь? Это же скутер. Блять, приехали нам.
давай, топи. Мы едем без багов, не нарушаем. Одели шлем, который у меня на шею наделся. Голова-то торчит. Вот как он мне поможет, если я упаду? У меня же голова, затылок наружу, макушка. Я же расшибу себе голову. Бадди машину паркует, а? Когда-нибудь я тут поднимусь, стану полицейским, буду защищать людей. А пока что я обычный Славка-бомжик, приехавший на заработки подниматься. А справа обгонять запрещено, и вот так вот ездить тоже. Говнюк. Обгон справа запрещен. Так, у нас еще работают? Работают светофоры. Та-та-ра-та-та-та. Не, насчет скутера он был прав, пацанчик. Реально лучше арендовать и ездить. Зато ни от кого не зависишь. По-моему, за 500 мы его арендовали. Кстати, я попробую завтра заработать деньги. Знаешь, каким образом? Я зажму микрофон на какую-нибудь клавишу, вилкой зажму. И буду по-настоящему играть на гитаре и зарабатывать бабки. И посмотрим, кто мне даст бабки реально. Буду таким эдаким уличным бременским музыкантом. А чё? Прикольно вроде. Смотрю, дорогу правильно перешел на зеленый. Поэтому. А это на красный проехал, инвалид ебаный. И имя у меня соответствующее, по-моему, Додо. О, батюшка бежит, ебать, батюшка бегает. Ну, ночами батюшка нас с работы бежал. Да ты что творишь? Ебу больше, блядь. О, музончик. Надо устроиться на работу, на нормальную. Я на шахте поработал. Если меня возьмут на нормальную работу, нужно будет приодеться. Потому что я не хочу быть бомжом вот таким грязным работать. Я, блядь, приехал на вокзале тут, блядь, испачкался. Надо будет приодеться, чтобы выйти на работу свежим, опрятным. А ты представляешь, зайдешь, что там, например, если я устроюсь водителем автобуса, зайдешь в салон, а там, блядь, сидит бомж такой, блядь. Заходи, подвезу. О, центр занятости, заебись. Здравствуйте. Я по поводу работы. Что у вас есть? Водитель маршрутки, во. Всю жизнь мечтал. Таксист. Для таксиста, по-моему, своя машина нужна. У меня нет машины. Работник дорожной службы. Не, водитель маршрутки, второй уровень, заебись. А у меня какой уровень? Давай-ка посмотрим. А у меня первый уровень. А что мне нужно для того, для второго задания? Права. А-а-а. Пойдем на права сдадим. Какой же я водитель маршрутки-то без прав? Точно. Я что-то не подумал об этом. Слэшерем. Хотел на маршрутку, да, устроиться без прав? Эх, я дурак, бля. Я представляю.
Здравствуйте, вы хотите устроиться? Да. Ваши права, у меня нет прав, я без прав ездил. Стоп. Стой. Можно я тебя починю за 50 рублей, у меня просто квест? Ну почини. Починить он меня захотел. За 50 рублей. Спасибо. И тебе спасибо. Так, куда мне ехать теперь? Мне на права сдавать. Я не хочу сейчас нажимать карту, ставить метку на, в автошколе. Я сразу туда поеду. Давай не будем вот этой вот заниматься ерундистикой. Давай мы на сегодня серию сдадим на права. И я устроюсь на этого. На водителя маршрутки устроюсь. И на этом серию можно закончить. А в следующей серии мы будем водителем маршрутки работать. Будем людей весело развозить. Это раз. А во-вторых, попробуем, как я хотел, на гитаре в реальной жизни поиграть. Я зажму клавишу микрофона. Вилкой там чем-нибудь, какая-то вилка в клаве. И прям на гитаре, прям шлёп. Ай, чуть не врезался нам. Хоть может чаёчек попить, дорога прямая, долгая. Желтый, мы успели проехать. Не гони, что я на красный проехал. Я права все знаю. Ой, ну, соблюдаю правила ПДД. О, он, кстати, стоял здесь, да, до этого? До сих пор стоит. Тин-тин-дин-дин. Не, ну очень хорошо играть, народу не так много, долбоебов особо нету. А днем, наверное, там столько. Кстати, надо было бы скутер заправить, да, наверное, на заправке. Чуть я об этом не подумал. Ну, в принципе, 19 литров должно хватить. Я на дороге что-то стоял, исчез. Кстати, заметили у этой Полиночки, какой голос классный был, да? Добрый день! Вы нарушили КоАП! Эх! Чаечки, они такие, да, прям юные чаечки. Ну, от 18 лет я имею в виду. Ты смотри. Так, а где в батарею заезд? Я, походу, пропустил, да, заезд в батарею? Ну да, я с тобой заговорился. Проебал проезд. Немножко сократим по полям, но не критично. Мотоцикл заведенный стоял. Жалко, у меня прав нет. А то бы я на нем поездил бы. Прям втопил бы 300. Ну вот куда ты едешь по встречке? Ну ты идиот. И этот летит прямо на встречку, блядь. Ебать, ты где, бля, учился ездить, бля? Права купил. Послоёб.
Ведь он сразу на меня ехал, ж, блядь, видно было нам. Так. Пара-пам-пам. Почти приехали в автошколу. И этот на середине дороги встал. Тоже, блядь, долбоебов немерено. Так. Здравствуйте, я на права сдать. Как бы мне сдать на права? Да. О! Классно. Слушай, рем. Я пристегнулся, включил фары. Погнали. Задний ход задом. Да, и поехали. Я помню, меня батька учил на права сдавать. Ой, на права. Меня батька учил на машине ездить, я все помню. Мне даже теория не нужна, я теорию сам наизусть знаю. Всем ее расскажу. Поехали. Инструктор, жалко, рядом не хватает, который бы принимал бы. Кстати, могли бы добавить ради прикола инструктор автошколы. То есть ты сдаешь там права, с тобой рядом инструктор едет, и сам говорит, сдал ты или... Ой, или нет. Тоже было прикольно, кстати. А вот здесь вы ошиблись, а вот здесь вы превысили скорость. Вот, знак стоп, остановимся. Тарам-тарам, музыки не хватает. Я, конечно, могу тут магнитофон включить, но мне, скорее всего, завтраские права прилетят. Чё-то у меня отлетает, комары уже. У меня комары в доме появились. Ужас. С одной стороны, ай, извиняюсь. С одной стороны, хорошо, лето, да, тепло, жара. А с другой, комары летают. Надо всякие дейзики, средства всякие покупать. Это ужас. Это хорошо тем, кто на море рядом живет с морем. Там комаров вообще нет. А у меня тут еще освещение, они еще на свет летят. Это просто пиздец. Администратор изменил вам уровень здоровья. Спасибо. Таран-таран. Вообще вот эти красные логотипы неправильно расположены. Если я на права сдаю, я вот здесь должен ехать по правой линии. Они еще где-то посередине их разложили, идиоты. Вот здесь я поворачиваю, то с этого ряда, не с середины. Ой, да. Ладно, мы сейчас на права сдадим, что нам. Хоть права будут у меня. Я теперь могу не батрачить на шахте, а сидеть баранку крутить. Кстати, а можно дальнобойщиком стать, прикинь? Едешь себе, развозишь продукты, рядом начальства нету, ни от кого не зависишь. Сам себе... Хозяин. Так, осторожно, здесь зеленый горит, да, зеленый.
Едем, мы, кстати, по-моему, возвращаемся уже на базу. Сейчас инструктор мне скажет, что я сдал. Я такой сразу довольный буду. Ха-ха. Конечно же, я сдал. Я сделал, я родился уже с рулем в руках. Поэтому я так туго выходил. Руль мешался, я в руками в него цепился. Говорю, мой руль. Где там поворот в Батарево? Не проебать бы его. Чё-то у меня притормаживает игра, реально. Вроде я приложение много не запустил, а она тормозит. Очень странная хрень. Через 45 секунд респаун транспорта. Я надеюсь, подо мной транспорт не пропадет. Едешь, едешь, так и потом на жопе стал ехать. Бля! А, сейчас мне скажут, ну вы это, вы повредили машину, вы попали в ДТП. Права вам никто не даст. Ну, у меня просто игра притормаживает. Я это не мог осознать. Я здесь не виноват. Игра почему-то подвисает. Из-за этого я не вписался. Ну да, да, да. Я сдал на права. Надо за это выпить прям. О, я красавчик. Нам еще машину подарили. Сразу скажу, чтобы работать, медкарту надо. Пойдем медкарту получим, если она есть. Если врачи есть, то надо у них получить медкарту. Еще у меня уровень повышен. Теперь я второй левел. Теперь я точно могу быть. Ебать, какие тут ездят. Теперь у меня есть нормальный гудок. Ну да, игра притормаживает почему-то. Но это я разберусь в следующей серии потом. С чем связана такая хер. Никогда раньше не тормозила, а тут прям подлагивает. Еще такая игра 2004 года, еще будет подлагивать у меня. Не, ну может быть, конечно, это из-за того, что это мод игры, и здесь все не... оптимизировано, поэтому все, Славка на права сдал, гордый Славка теперь может работать на этом, как его, на маршрутке ездит. Теперь я чувствую, прям я баранку в руке жму, а не кирку металлическую, блядь, держать в грязи в какой-то шахте работать. Сами работайте в шахте. Славка поднимается. Славка теперь будет водитель маршрутки. А там это президент, до мэра города недалеко. Славке Арзамас покорился. Чувствуешь, да, как я поднимаюсь? Чего там фура перевернулась? Нос что-то чешется, наверное, к деньгам. А может быть, к подписчикам? Вот смотри. Я здесь встану и не сдвинусь с места, пока ты не подпишешься. Да-да-да. Я смотрю статистику, ты меня смотришь без подписки, я знаю. Давай, я жду.
Можешь даже на паузу не ставить, ты просто там прокрути колесиком экран и нажми подписаться. Давай. Не-не-не, ты еще не подписался, давай подписывайся. Ну я тебе поверю, ладно. Я видео выставлю, я потом проверю, как ты подписался. О, танцует. Я серьезно говорю, я проверю, как ты подписался. Не надо меня обманывать. Я тебе сказал, подпишись. О! Добрый день. А можно мне медкарту? Да. Да. Ой-ой, ищи меня, мы срезвы, сейчас умрут скорости, не ваша база. Бабка, вам плохо? Я тебе еще вынесу. О? Все. Я живу на пенсию 12 тысяч, блядь, что по мне видно, что я... Не, валим нахуй отсюда. Валим отсюда нахуй, я не хочу с такой бабкой связываться. Что, все, я сесть больше не могу? Лок... Лок 4. У вас нет. Ну и ладно. Короче, мы медкарту получили. Надо в следующей серии одеться, чтобы работать хорошо. И мы можем устроиться водителем маршрутки, будем развозить людей, разговаривать с ними, общаться, заводить друзей. А потом я буду играть на гитаре для них. Пойдем в какой-нибудь салон или куда-нибудь, где много денег, высокого класса салон. И там будем играть на гитаре. Вот. А на этом, наверное, сегодня все. С вами был Славка. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Не забывай нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи и пока.